День рождения поселения Булатниковское – это всегда светлое, доброе торжество, которое ежегодно объединяет всех жителей от мала до велика. В этом году специально для них тоже организовали развлекательную программу и праздничный концерт. Основным местом культурно-массовых мероприятий стала площадка у дома номер 15 по улице Крымской в деревне Боброво. Мне очень приятно, что жители в моем избирательном округе получают громадное удовлетворение, удовольствие от тех мероприятий, которые муниципалитет здесь проводит. Я очень рад, что муниципальное образование выбрало именно эту площадку для проведения таких культурных мероприятий. Есть и другие площадки, это Бутово парк 2, Новодрожино, но настроение радостное, хорошее, праздничное. Такое большое количество людей, конечно, не может не радовать. В этот праздничный день многие жители, как и Екатерина Васюкова, выразили слова благодарности за то, что Булатниковское поселение с каждым годом становится благоустроеннее и уютней. Поле стало очень красочным, красивая аллея, школа откроется, садик один, второй, так что все идет, только процветает. На торжественном мероприятии все пришедшие смогли найти занятия на свой вкус. На центральной площадке дети с удовольствием прыгали на батутах, катались на качелях и лакомились сладкой ватой. А те, кто постарше, принимали участие в интересных мастер-классах и создавали необычный аквагрим. Прекрасное впечатление, очень дружно, очень, на самом деле, как-то по-семейному. Вот. Плюс ко всему, очень много разных аттракционов, батуты, аквагрим. Ну, в общем, все включено, называется. Парк в районе, вот очень нравится, правда. Молодцы, спасибо. Весь вечер артисты и творческие коллективы радовали жителей поселения яркими танцевальными и музыкальными номерами. Народные гуляния продлились до позднего вечера. Праздник действительно получился веселым и по-семейному теплым. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.